Товарищ полицейский, что это у вас за человек вот это вот? Преступники. Преступники? Люди, которые в метро взорвали. Да. А вы знаете, что он не преступник? Что уже двое суток как опровержение вышло этой информации. Да? Угу. Это порочит честь человека. Ребят, вы хотите ему помочь? Чего вы не занимаетесь? Отлично. Московская полиция ищет невиновного человека. Круто. А вам эту ориентировку в отделе выдали, правда? Вот это вот. Ты вообще когда-нибудь успокаиваешься? Не, вы серьезно не в курсе, что это уже опровержение давно вышло, да? Что этот человек невиновен? В смысле давно? Давно, дня три назад. Первый же день как вот. Или два. Он же пришел сам в отделение. Да. Он бывший капитан ВДВ. Да. И он пришел в отделение. Да, да, вот этот парень. Просто его потом не пустили в самолет, все равно пассажиры его не пустили в самолет. Его, хотели уволить с работы. А террорист другой человек, это и сам. Его тоже нашли. Да. Казахстанец. Да. Что за пушка? Ты знаешь, что говорят? Вот этот парень же, ВДВ, он не виноват. Не, почитайте, правда. Другой казахстанец парень, 95-го года рождения, он... А это вы случайно, это самое, это... Он сам пришел в полицию. РНТВ, вы вывесили фотку, и все его это самое растиражировали. Да. Его потом и в самолет не пускали, и он сам пришел в полицию, и все объяснил, и все. И уволить хотели. Просто, смотрите, да, они на этом деньги делают, а потом... Кто? РНТВ кто? ТВ? Да, ну или все каналы, они просто, им нужна как бы нонсенс, ну, понимаете? Ну, срай какая-то там, да, утка назвать там, да, ну. Чтобы люди все думали, ого, и его, и говорили об этом. Парняка чуть не пострадал. Ну, он пострадал, по сути, да, ведь могли уволить, и тогда, я думаю, ему неприятно просто все это. На 100%. Ну вот, это один. По поводу чего? Ну, что его обвиняют? Нет, там же нашли. Товарищ полицейский, по этой ориентировке, если сейчас не можете снять, хотя бы доложите об этом. Сейчас я приеду, я узнаю, если так, я еще сниму сейчас. Ну, понимаете, как бы, ну, слова словами надо... Не, понятно. Я поэтому, ну, просто как обращение примите, вот, то, что к вам обратились граждане и доставили такую информацию. Вот. То, что, ну, вы же сами понимаете, что это будет, ну... Если человек не виноват, зачем это? Да, конечно, виноват, конечно. Все правильно. Так, все, Дмитрий, счастливо. Чтобы уж такие передряги не попадали. Давайте, всего доброго. До свидания. Давайте. Ну а почему бы нет? На дороге как всегда. Ну, да. Или в кино где-нибудь. Все, давайте, ребят. Счастливо.